обрежь пальму и даст побеги вверх. Очисти душу от житейских попечений и возрастет в добродетели. Преподобный Ефрем Сирин. Нерассудительно относиться враждебно к естеству плоти, ибо не от нее зависит причина зла. Если бы это было так, то зло имело бы одинаковую силу у всех, получивших в удел телесную жизнь. Святитель Григорий Ниский. Мудрость мира этого, введя в обман принявших ее и будучи признана истиной, производит неведение спасительных догматов. Поэтому мудрость, удаляющая от истины, обращается в ничто. Святитель Василий Великий.